Всем доброго. Хорошо, что солнышко вышло, а то вот только-только подошел к пляжу, солнца не было. Точнее, оно было, но оно зашло на секундочку буквально, на минутку. Итак, ребят, пляж Лазаревский, пляж Калипсо, все вместе в одном флаконе. Супы, катамараны и лето. Был я сегодня на пляже Взморье, вот только буквально приехал несколько минут назад. Приехал, забежал домой, взял термометр, поставил машину и пришел теперь на центральный, дабы рассказать вам, что творится здесь. А здесь так неплохо так творится, хотя водичка, мне кажется, попрохладнее, чем вчера. Людей много, много оставшихся покрывал, просто покрывало. Люди уже побежали домой, наверное, либо на обед, я не знаю. Так, тут брызгается. А мне же надо замерить температуру воздуха и воды. Ну, воздух проще всего. Вот сейчас показывает 29. Возможно, конечно, я и руками нагрел. Возможно, вот синяя эта штуковина пластиковая нагрелась на солнышке. Но факт в том, что 29. Я думаю, даже если будет 27, плохо не будет. Что, пойдемте мерить воду. Что касается воды, прозрачнейшая. Хорошенькая, пригоженькая. Сколько градусов, узнаем сейчас с вами вместе. Я начинаю ее опускать. Захожу, конечно же, в августе я заходил более плавно. В сентябре менее плавно захожу. Я в плане того, что чувствуется. То ли я перегрелся тоже, лазил-то я сегодня не купался. Но море чистое, спокойное, людей много. Людей как в августе, в июле, я вам скажу так, нормальненько. Вон, девчонки прыгают. В маске. А мы замеряем воду. Так, катамараны приходят. Но подойти к берегу им проблематично. Тут купающиеся дамочки не замечают катамарана. Так, ну что, две минутки прошло. Давайте еще чуть-чуть подержим, дабы быть уже актуальными полностью. Сейчас вот после, по истечении вот этих двух минут, которые я нахожусь в воде, или может меньше, может больше, ну знаете, так классненько себя ощущаю уже, все, тело свыклось, телу хорошо, комфортно и не холодно совсем. Вот так вот. И прям на камеру мне. Брысь-брысь. Ну что, достаю. Так, ну, по-моему, температура, в принципе, осталась почти такой же, что и вчера. Где-то 25,9, сказал бы я так. Чуть-чуть не дотягивается до риски. Так что вот такие вот у нас такая обстановочка, такая температура морской воды. Людей много, обстановка хорошая. Да не знаю, сами смотрите, что вам еще говорить, я уже не знаю. Уже все, что мог, рассказал. Болтаю, не выключаюсь. Все, ребят, всем, наверное, пока. Пошел домой. Кто еще желает, еще успевает на бабье лето? Еще есть у нас. Я не знаю, может быть, даже месяц есть, а может быть, меньше. Смотрите, какая. Ова. Класс. Всем пока. До новых встреч в эфире.